Ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика» з моєю ведучою Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії адвокат Геннадій Борисичев. Вітаю вас. Здравствуйте. Ковальов Сергій, вітаю вас. Доброго дня. Та сьогодні в нас в форматі ще є третій гість, це Євген Бітюга. Вітаю вас. Добрий день. Цю годину ми поговоримо про резонансну ситуацію навколо держпідприємства «Сетам». Та на конкретному випадку будемо намагатися розібратися, як не втрапити в халепу громадянам України при купівлі арештованого майна. І зараз, дорогі телеглядачі, ми цю спецтему підготували для вас, для того, щоб у вас була змога реально розібратися, яким чином співпрацювати чи не співпрацювати з державними установами щодо купівлі так званого арештованого майна. І які проблеми вас можуть чекати, якщо ви, в принципі, наважитесь через систему електронних торгів та систему СЕТАМ, так звану, купити якесь майно і що потім може трапитися. Я хочу представити гостя в студії, це потерпіла сторона Євгена. І тут конкретна ситуація, коли Євген купив квартиру через електронну систему СЕТАМ, але в його випадку конкретно він досі вже третій рік не може користуватися своєю, по суті, квартирою, щоб якимось чином заїхати і жити в неї. Тобто дуже дивна ситуація, коли фактично громадяни України через електронну систему купують майно, але не можуть користуватися цим майном. І це така дуже важлива тема. Я зараз пана Сергія попрошу, яким чином прокоментувати цю ситуацію. В принципі, ця ситуація, вона не одинична. Я ж так розумію, є дуже багато прикладів на практиці, коли фактично громадяни України купують арештоване майно, але потім не можуть користуватися. Так чи ні? Так, ця ситуація, можна сказати, типова, тому що система СЕТАМ була в своє час дуже сильно розпіарена. Покупайте, держава гарантує, що все добре, все прозрачно. Ну, на практиці все обстоїть не зовсім так, як звичайно. Граждане залишаються з проблемою один на один наші. Тобто, якщо одразу не изучить все подводные камни в конкретном лоте, который выставляется на продажу, то государство, по сути, не выступает гарантом этой сделки. То есть, по сути, человек покупает на свой страх и риск с теми проблемами, которые есть в этом объекте в конкретном. А главная проблема – это бывшие собственники. То есть человек, покупая имущество с торгов, по сути, покупает билет на войну, на юридическую войну, если так можно выразиться. Это многолетние суды, и, по сути, получается, вот у кого запас нервов, финансов на оплату сборов судебных, на оплату услуг адвокатов больше, тот эту войну во многом и выигрывает. Это если в общих чертах, если будем, потом будем говорить уже о ситуации Евгения. Дякую, пане Геннадій. А як ви можете прокоментувати, в принципі, систему СЕТАМ? Тобто, з одної сторони, адвокатам дуже вигідно, що вона існує, тому що майно, яке громадяни купують через цю систему, це фактично дорога до роботи адвокатів, які потім представляють одну сторону і другу сторону. І ви ж, як адвокати, не представляєте державу, тобто ви представляєте конкретно сторону потерпілого чи обвинуваченого. Тобто, яким чином ви ставитесь до цієї системи СЕТАМ і як з вашої точки зору, вона правильно функціонує наразі чи все ж таки ні? Ну, я почну з того, що я взагалі не розумію людей, які купують імущество з публічних торгів, на публічних торгах. Чому? Тому що є народна русская, можно назвать ее в условиях украинизации, славянская поговорка «дешевый сыр в мышеловке». И мне непонятна логика людей, потенциальных покупателей, которые увидели, услышали, прочитали. Секундочку, мы до цього повернемося. Пане Євген, як от ви можете прокоментувати, от чому саме ви вирішили саме в електронних торгах брати участь? Тобто, я ж так розумію, це, ви ж розуміли, що це державне, тобто це, да, можливо, да, якийсь да, захист ну, буде? Яка причина, чому ви до цього приводу? Мені знайомий посередньо, що можна на цих торгах брати участь. І, відповідно, коли мені її в общей сложности
объясняли весь этот процесс, мне сказали, что это государство продает это все. Тобто, якщо б якийсь був комерційний аукціон, не державний, тобто ви б не брали участь в цих торгах? Ні. Я б не А яким от чином, в принципі, ви дійшли до такого висновку, що держава захистить вас? Тобто, я так розумію, ви поклалися на... Ну, вас воно виставляло, значить, воно каким-то образом не все захистить. Зрозуміло. Пане Геннадію, повертаюся до цієї теми, все ж таки, от дійсно, в нас прийнято, що дуже багато людей, якщо розуміють, якщо це держава, то є певна довіра. І думають люди, що таким чином можна захистити свої права. От як пояснити ці міфи? І от розкажіть нашим телеглядачам, що таке, в принципі, якісь взаємовідносини, особливо в юридичному плані, з державою. Сейчас я вам, от ви мені задаєте вопрос, і я по вашим глазам вижу, коли ви произносили дословно, люди вірять государству, я видел в ваших глазах улыбку. И улыбка была, как вы видели, в моих глазах тоже. Почему? Потому что люди наши как раз-то с 91 года государству вообще уже не верят. Почему? Потому что человек, который решил с чем-то связаться, он сначала должен был проработать юридически всю процедуру. Есть уже судебная практика, которая сложилась. И у нас самая, одна из самых больших проблем, что у нас обращаются к юристам, когда уже что-то случилось, а не когда можно провести профилактические работы. То есть образно к нам обращаются, когда мы выступаем в роли патолога-анатомов практически. То есть наш доверитель практически, точнее его дело, безнадежно мертво. Поэтому я не, еще раз повторюсь, я не понимаю логику, я просто из практики, которую... Я встречал в своей жизни, и я выступал и со стороны бывших собственников, у которых принудительно отобрали это имущество, и выступал ранее на стороне людей, которые приобрели на торгах имущество. Я могу сказать, что, в общем, эта вся так называемая затея сэкономить выходит в очень неплохую копеечку, а иногда даже и дороже. Вот вы когда покупали эту квартиру, имущество, например. Вы знали, что там есть зарегистрированные, были зарегистрированы лица, там несовершеннолетние и так там далее? Там нет никого. Нет. Там просто это нас... не прописан никто, никто не зарегистрирован. А в чем тогда сейчас, в данный момент, проблема вам пользоваться этим имуществом? В том, что когда я приезжаю туда, да, приезжает полиция и меняет меня противоправство. І ну тут сталася така ситуація, коли квартиру продали з громадянами ще якимось, які не є власниками, але все ж таки їх не можна звідти якимось чином попросити, тому що для цього потрібно окреме рішення суду. Я тоді перефразую свій вопрос. Ви коли покупали цей об'єкт недвіжимості, ви предварительно його осматривали? Нет, я имели ли доступ? Я смотрел, ну, как технический план обычно, правильно? Да, да, да. То есть я понимал, что там, ну, действительно, по ней нет никаких. А какую-то практику, вот, например, вы планируете посетить образно какую-то страну, и вы пытаетесь узнать, какие там законы, какие там традиции, может быть, за какую-то, казалось бы, да, обычную вещь можно получить какой-то срок. Не, я это понимаю, я понимаю, что вот вы изучили практику. Конкретно в этой, по этой квартире я понимал, что, так как мне мои юристы сказали, что по ней нет никаких проблем. Вот и все. Ну, это отдельная ситуация. Люди, там были судебные издержки, но там, то есть, суды... А скажите еще раз, еще, пожалуйста, люди там появились после проведения торгов публичных? Я не знаю, все-таки? Я не готов на это ответить. Тут дуже дивна ситуація. Так, пане Сергію, як ви це прокоментуєте? Тобто ви знайомилися з матеріалами справи, в принципі, розумієте. Якщо так поетапно, як дійшов потерпілий до цієї ситуації? Інтересно подробності просто. Так, я розумію, о чому колега говорить. Мені пощастилося знайомитися до ефіру з матеріалами. Ситуація така. Дійсно, прописаних не було. Квартира была в собственности, был титульный собственник гражданин Т, давайте его так назвать, чтобы не говорить о персональных данных, да, в эфире. Гражданин Т задолжал деньги,
Это был долг не перед банком, это долг частных лиц. Взыскивается этот долг в рамках исполнительного производства не как на предмет ипотеки, а как на просто арестованное имущество должника. Да, выставляется на торги, и, собственно, Евгений покупает квартиру. Зарегистрирован действительно не было, но у квартиры был а. номинальный собственник, а б. потом оказалось, что там еще есть и жена. И, в принципе, госисполнитель, который выставлял на торги, он обязан был этот момент проверить. Потому что закон его обязывает, если он установил, что есть иной собственник, сособственник некого объекта, обращаться за выделением доли. Ну, а мы понимаем, что в квартире, тем более не на первом этаже, выделить долю невозможно. Ни физически, ни юридически, никак. То есть просто бы этот лот не пошел тогда. Выделить в натуре невозможно. Да, в натуре невозможно. Ну, да. Никто бы одну, вторую, я думаю, никто бы не покупал, она бы не получила привлекательности. Коллега, могу с вами не согласиться. Как раз-то есть понятие фактические доли в натуре, а есть понятие, что идеальные доли. Я понимаю, доли. Мы сейчас не об этом. Так, говорим, про, я говорю про то, что идеальные доли как раз-то покупают бандиты. То есть какая схема действует в Киеве? Например, есть квартира. У четверых членов семьи по 1/4 права собственности. То есть идеальные доли. Но фактически выделить нельзя. Мы до цього питання повернемося. Да, люди покупают 1/4 у самого слабого члена семьи морально. И потом заселяют туда цыган и забирают всю квартиру. Мы поговорим трошки пізніше. Просто уточню. Да, конкретно по этой ситуации. Причем, когда пришли описывать эту квартиру, это потом уже в процессе судов. Я рассказываю картину с конца. Это все постепенно выяснял Евгений. Сразу ему это все было неизвестно. Сразу говорю, я не адвокат Евгения. То есть у него есть свои адвокаты. Я просто ознакомился с этой ситуацией. Что происходит дальше? Оказывается, когда пришли, арестовали, описали эту квартиру, жена гражданина Т пошла сразу, сообщила в исполнительную службу письменно, что вот она я, вот она жена, второй сособственник. Но странным образом почему-то это заявление не попадает в материалы исполнительного производства. То есть у нее есть письмо с отметкой органа исполнительной службы, а в исполнительном производстве нет. Но это старая схема, чтобы свалить вину на исполнителя, который не передал как бы документ в производство. Исполнитель будет говорить, а я не знал, как бы, а закон его как бы прямо и не обязывает. Вот здесь тоже момент. Вот закон говорит, что если он установил, то обязан пойти. Он говорит, а я не установил, у меня таких сведений не было. И это вечные споры получается. А дальше, естественно, после того, как торги состоялись, через месяц подается в 2017 году иск, через месяц после торгов, то есть в пределах срока исковой давности для данной категории споров, подается иск о признании торгов недействительными и о признании права собственности, то есть супруга просит выделить ей ее долю. Ну, а для этого сначала нужно признать торги недействительными. Да. Параллельно Евгений подает иск на выселение, и также параллельно идут уголовные процессы. То есть Евгений инициирует процесс по самоуправству со стороны бывших собственников, они в отношении него, там тоже свои уголовные процессы, статью сейчас не помню точно. То есть, видите, да, сколько задействовано людей, получается, в этой всей истории, правоохранительные органы задействованы, также есть там отдельная история с отключением электроэнергии, потому что с новым собственником Киевэнерго заключает договор, новый собственник говорит, я там не живу, пишет заявление, отключите. Вот. Киевэнерго не может отключить, потому что безопасность не могут обеспечить. Там реально гражданин чуть-чуть агрессивно, это мягко сказано, чуть-чуть. Вот. И когда нанимается охранная фирма законным собственником, и которая приходит обеспечить безопасность Киевэнерго, то приезжает полиция и ложит их лицом в пол натурально. Охранную фирму за, скорее всего, по признакам статьи «Незаконное проникновение в жилье или иное владение». Конкретно в этой ситуации мы в чистом виде имеем место добросовестный приобретатель и недобросовестный бывший собственник, который, ну, понятно, был должен круглую сумму, потерял квартиру. Более того, для уже полноты картины у него жены, тоже их общая собственность, было жилье. То есть на момент исполнительного производства, продажи этой квартиры, вот, которую приобрел Евгений, было иное жилье. То есть им есть где жить, им есть куда выселиться и где жить, где они как раз зарегистрированы были. В этой квартире они просто владели ей как собственностью. Вот такая история. Зрозуміло. Тобто виходит такая ситуация, коли фактично купець не може користуватися своєю квартирою, але він повинен сплачувати за комунальні послуги в тієї квартири, бо на нього нараховується і борг, правильно?
Да, і ця проблема теж присутствує в цій ситуації. А коли, я так розумію, що Київенерго теж подасть до суду, і таким чином через СЕТАМ ті ж самі виконавці продадуть цю квартиру за борги вже Євгена, який там не жив і не міг нею користуватися. Тобто дивна така ситуація, якийсь замкнутий круг абсурду, в якій повинен бути якийсь... У кінцевому випадку це підбивало, який за це все повинен заплатити. І це не держава, це конкретно громадян України. І сама держава створює цю ситуацію. Тобто, от як ви можете прокоментувати цей от круговорот абсурду? Тут дійсно круговорот абсурду. Круг замкнувся, як говорять класики. Але я по факту бачу, що, скоріше всього, суд прийме рішення, учитывая то, что, опять же, со слов, что я услышал, суд примет решение действительно оспорить эти торги. Почему? Потому что женщина, его супруга, лишилась одной второй части, то есть имущества принудительно. Поэтому тут вопрос в чем? Или будет оспорено, или полностью будет сделка оспорена, или в части одной второй отчуждения права собственности. То есть и в любом случае вы станете счастливым обладателем совместным. Счастливым обладателем с его супругой. То есть, как я вижу, как юрист, какой может быть исход? Потому что просто так, что эта сделка пройдет незамеченно, и она не сможет защитить свое право, если действительно у нее есть документ, когда она уведомляла держвыконавця про свои майнові права на це майно, на державну мову переключился. Поэтому я вижу перспективу дела оспаривания этой сделки, в рамках одной-второй права собственности на имущество. Дякую. У нас есть телефонный звонок от нашего телеглядача у студии. Витаем вас, вы в эфире. Доброго вечера. Доброго. Слава, Юрко Долина. Знаете, разумеете, все эти у нас ситуации, это из-за того, что у нас 350 университетов выпускают юристов. И развелась куча юридических фирм, которые на этом наживаются и паразитуют. А от пану Євгену я порадив, знаєте, як говорять, дешева рибка, погана юшка. Тому це наша жадібність. Ми хочемо купити квартиру подешевше, тому і вляпуємося в такі ситуації. Треба брати на первинну ринку і сплатити гроші. Щиро дякую вам за відповідь. Сформулюйте своє питання. Ну, тобто, ми бачимо, що, в принципі, громадяни вважають, що дуже багато юристів, але я, наприклад, не розумію, яким чином цю ситуацію можна вирішити без юристів, якщо не переходити за рамки закону. Тобто, як ви можете прокоментувати це? Ні, я хочу сказати по поводу того, що старий собственник судиться з исполнительной службой. Тобто, я, коли у нас було з ним спілкування, я предлагав, ну, говорив о том, що... Я заеду туда, если вы, ну там, решение исполнительной службы будет незаконным, я уеду оттуда. Я уже буду заниматься непосредственно с ней. Вы меня впустите на данный момент, то есть я законный набывач. Ну, этого не произошло уже третий год, поэтому, к сожалению, вот поэтому... А это не та ситуация, где людей положили лицом в пол, там... Так-так, это та ситуация. Да, где заваривали двери. Да, это как-то скейф. Это ваших, по большому счету, вашу охранную фирму, которую вы наняли. Скейф-энерго, да. Да-да, вы их положили лицом в пол. Самый первый раз был лично я там... Без нікого взагалі. Ну, але це вже деталі. Ми до цього, на жаль, в ефірі не можемо всі деталі обговорювати. Але все ж таки, от з вашої точки зору, тут конкретно вина саме виконавця, виконавчої служби, яка якісним чином не підготувала документи і фактично подарувала Євгену такі проблеми. Однозначно, тут один виновник государства в лице органу, государственной исполнительной власти, государственной исполнительной службы в лице конкретного исполнителя государственного, который занимался этим исполнительным производством. И, знаете, ну сейчас мы можем, да, там, говорить, вот, Евгений жадный, но на самом деле, знаете, ну, а как же мы забываем, что человек всегда ищет, где лучше, да, ну, и со слов Евгения мы услышали, что мы сейчас не будем обсуждать там правильность, неправильность консультации, но он консультировался у юриста все-таки, то есть ему сказали юристы, что, то есть он не просто опрометчиво взял и сам там что-то купил, он советовался с знакомым, с юристом, и сейчас нужно человеку посоветовать, как выходить из этой ситуации, а не просто критиковать, да,
По поводу выхода из ситуации, да, можно воевать до бесконечности. Есть один процесс, второй, третий, четвертый. Но я бы рекомендовал Евгению задуматься над тем, вот сесть спокойно подумать, сколько будут стоить процессы эти, к чему они приведут, взвесить их перспективы. И, возможно, уже сейчас действительно не противиться тому процессу, признанию недействительным этих торгов, да, а отпустить, как говорится, и на основании решения суда о признании недействительным торгов судиться уже конкретно с государством в лице исполнительной службы, пытаться возместить убытки. И да, процесс... начальство. Да, процесс непростой, однозначно, понимаю скепсис коллеги, мы сами с этим сталкиваемся. Но человек рано или поздно к этому, я думаю, все равно придет, ввиду ситуации, которая сложилась с наличием второго собственника супруги, ввиду нашей порочной, я по-другому не назову ее, практики, когда пережиток жилищный кодекс, статья 109 его защищает таким образом права бывших собственников на жилье, что нельзя у нас в принципе выселить, получается, вот сейчас этих бывших собственников, которые имеют право там проживать, их нельзя выселить, не предоставив им аналогичное жилье, статья 109 жилищного кодекса. И Верховный суд уже новый, обновленный, Большая палата в 2018 году признали старую практику по этому вопросу однозначно правильно и продолжают суды ее в большинстве своем применять. Даже если первые две инстанции, допустим, выселяют, то Верховный суд все равно ломает эти решения, отменяет и отказывает в выселении. Потому что в иске не было указано в решении суда, в какое аналогичное жилье нужно выселить. Ну а сами понимаете, теряется смысл тогда. Если Евгению купить еще одну квартиру, такую же, чтобы выселить их туда, ну театр абсурда получается. Естественно, такой судебный практики нет, потому что никто этого не делает на практике. Люди или машут рукой, или договариваются между собой. Вот говорю честно, ну, ни я, ни наше адвокатское объединение, мы не можем похвастаться ни одним случаем, когда мы, вот человек приходил с похожими проблемами, и мы их решили в чистом виде, то есть выселили, всегда договаривались. В юридическом поле, да? Нет, в юридическом поле решали, но люди договаривались, говорю честно. То есть в итоге весь дисконт, который человек имел, он потом уходил на договоренности. По сути, человек, да, это, ну, так можно сказать, откупается от старого собственника. Да. Здесь просто нашла коса на камень, видимо, здесь аппетиты старого собственника, наверное, очень велики. Вот. Поэтому эти войны и продолжаются. Просто не смогли люди договориться по сумме. Потому что чаще всего вот так это происходит. А я могу задать вопрос уточняющий один? Так, так. Непосредственно Евгению. А скажите, пожалуйста, какая рыночная стоимость на данный момент квартиры? И какая... Это все, что будет субъективно. Нет, это не субъективно, но это я сейчас объясню. И какая стоимость на торгах именно была непосредственно? Сколько вы денег конкретно перечислили на счет? Какая сейчас стоимость, я не знаю. Но не владеет информацией. То есть, сколько она стоит вообще? Район какой-то? Болонь. А Болонь? А может, мы просто будем говорить о проценте дисконта? Я вижу, я сейчас объясню, почему. Процент дисконта. Я говорю за то, что такие любые схемы, как правило, они являются в том числе и коррупционными. Почему мой коллега сказал, что государственный исполнитель не увидел данную бумагу? Потому что ему нужно было в любом случае эту квартиру завести, провести подготовительную процедуру и завести ее на торги. А как правило, тут є вірогідні, що саме виконавець отримав гроші, щоб проблемну квартиру поставити і продати. Конечно, и как правило, эта связка работает вместе начальник исполнительной службы, торгующая организация и непосредственно покупатель. Поэтому квартиру один раз выставляют на торги. На торги никто якобы не является, ее оценивают. Потом еще раз выставляют на торги, ее оценивают. Третий раз выставляют на торги и уже за, там, за 40% или за 50% от стоимости покупают. Но по факту людям она с учетом всех взяток, надо будем честными, с учетом всех, коллега не даст мне соврать, с учетом всех взяток эта квартира обходится, ну, там 80-85% от рыночной стоимости. Почему я спросил? Потому что если, например... Можливо, Евген попал в такую коррупционную схему и не знал, что он в ней попал. Нет, Евгений не может в нее попасть, в коррупционную схему, и она бы не, ему бы эту квартиру без взятки никто бы не продал, скорее всего, и система бы нормально на него бы не сработала. То есть любая электронная система, которую создал человек своими руками с помощью своей головы, я не хочу за Евгения расписываться, но скорее всего и на эту систему можно, опять же, человеческие руки с головой могут повлиять. Але все ж таки, мы сьогодні якраз з цього приводу, щоб якимось чином розібратися, як, в принципі, ця ситуація могла бути, ми сьогодні завітали до заступника директора електронних торгів, арештованим майном Миколи Писанчина.
І я прошу студію поставити на відео цей синхрон. Здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Василевский, канал КРТ. С учетом того, что вы получили, вернее, если там получил 10% от стоимости квартиры за услугу по продаже квартиры. 10. Ну, я поясню зараз. Не совсем так. Тем не менее, хотелось бы разобраться, почему такая ситуация. Треба розуміти, що таке майно – це не придбання нерухомості з вулиці у особи, яка його там продає з власної волі. Тому що це специфічний вид продажу майна. У всьому світі таке майно називається toxic assets, це токсичне майно. Те майно, по якому можуть бути судові спори, можуть бути якісь судові конфлікти в подальшому. Ці люди живуть в цій квартирі неправомірно. І завдання нового власника і його повне право здійснювати певні юридичні дії щодо їх виселення. Я поясню, том-то і справа, що ні при чому. Тому що старі власники можуть судитися з Державною виконавчою службою, можуть судитися з попередніми власниками квартири, можуть судитися своїми батьками, з державою, з Європейським Союзом. У нас досить популістичне законодавство щодо захисту прав покупця і кредитора в Україні. У нас є купа мораторіїв, що не можна звертати стягнення з проживаючими неповнолітніми дітьми. По предметам... Ні, я загалом кажу. Якщо я розумію по умовченню, що все імущество... Може бути проблемною. Через арма, через сітан. Може бути. Там може бути. По умовченню, щоб кожен чоловік розумів, що якщо він там купить це, не факт, що у нього потім не буде проблем. Не факт. Абсолютно вірно. Перед тим, тому... я це, чому це не пишу? Я поясню. Перед цим, це апріорі. Ми не можемо писати на сайті, що з цим лотом будуть проблеми. Тому що з 90% лотів жодних проблем немає. Это получается не ваша проблема, это не проблема исполнительной службы, абсолютно. Это даже не судебные проблемы, это проблемы получается человека, который это все купил. Дивіться, це проблеми... То есть это козел отпущения, который должен быть в этой схеме. Дивіться, у нас є певне норматив законодавства. У Державної виконавчої служби, на жаль, немає функціоналу на даний момент, щоб вона захищала переможця торгів. Треба як-то з 10 цими процентами, я вам так, вірю, це 10%, так, пускай, щоб якимось образом розкручувати ситуацію обратно і не сталкувати лбами. Це неможливо, неможливо не сталкувати лбами людей. Так, у мене названня було таке коректне, що сітан, це все-таки більше, я так полагаю, в 10% случаях це імущество з геморроєм. Дивіться, ні, це некоректна історія, і взагалі, давайте станемо відверті. Геморрой – якась історія, це трошки якась Почекайте. В деяких випадках це останні гроші людей. Почекайте. Геморрой, не геморрой, це ваш ролик так називається, це досить коректно. Давайте напишемо тоді... Я би назвав це государственним кидалом на государственному уровні. Давай в Ютубі тоді... Знаю о том, що 10% пострадають, ви продовжуєте займатися... Я не кажу, що 10% пострадає. І в мене немає статистики, що 10% пострадало. Я не адвокат людей, які 10% пострадали. Я вам ще раз кажу, це майно... Я ще раз кажу, це майно токсичне. Тобто, в принципі, якщо послухати представника СЕТАМ, державного підприємства, ми бачимо, що у цьому випадку ніхто не винуватий. Зокрема, там ні державні виконавчі служби, ні СЕТАМ, які це продали. Але якщо подивитися, реально є Євген, є громадянин Т. До цих торгів не було ніякого конфлікту, все було добре, але ми бачимо, що завдяки цим торгам, цій програмі, ми на рівному місці отримали реальний конфлікт інтересів і реально якісь судові позови, юристи. Тобто, як це, в принципі, зрозуміти? І от, наприклад, чому саме з вашої точки зору, саме виконавець, я так розумію, порушив закон, це, мабуть, некоректно буде сказано, але, мабуть, перевищив свої службові повноваження чи недовиконав їх? От чому він це зробив? Тут є комерційна якась складова? Чи він, можливо, отримує якусь комісію за те, що він квартира кудись продасться? Прямой материальный интерес у государственного исполнителя, потому что вот услышали о 10% сбора, да, который там все там, свой процент получает исполнительная служба свой, а государственный исполнитель имеет право премию получить в размере до 2% от активов. То есть, естественно, человек материально заинтересован продать. Если бы он
То есть, скорее всего, он знал. Ну, я на уровне предположений, но, скорее всего, он знал. И люди другие, старшие его, кто организовывали эту процедуру, что пришла такая бумага, что есть там второй собственник. Но им невыгодно ее видеть. После этого торги заканчиваются. Никому лот 1-2 не нужен. Его за хорошие деньги не продашь. Правильно коллега сказал, это только рейдеры могут 1-2 купить. А здесь можно продать за хорошие деньги. Там дисконт, насколько я смотрю, я, наверное, не вправе цифры озвучивать за Евгения, но там не было дисконта. Вот, и, ну, так, примерно по рынку я посмотрел, там дисконт от рыночной стоимости он был минимальный. А смысл то есть, тогда? Ну, был все-таки дисконт, но это не такой дисконт, который бросовый дисконт, который, за который рейдеры покупают. То есть, ну, Евгений однозначно не рейдер, я еще раз подчеркиваю, объективный анализ, это не мой клиент в данном случае. То есть, ну, то есть был дисконт, то есть такая квартира, естественно, дороже бы стоила. Вот. Но здесь вот представитель Ситама говорит в основном правильно, да не совсем. Его удивляет, дескать, такая ситуация, что так происходит. А ничего удивительного нет. Ничего удивительного в том, что лицом полиция в пол положила. Я сейчас не говорю, правильно это или неправильно с точки зрения глобальной справедливости, но это по закону так. Объясню, почему. Ситуации бывают разные. Вот у меня в практике, у моих коллег есть ситуация, у нас дело, когда мы защищаем противоположную сторону, но там обратная ситуация, там реальные рейдеры зашли. Да, на, приобрели, у них формальный титул права собственности, договор, там все. Они приходят с этим договором и считают, что можно там вскрыть двери, это частный дом, да, там вскрыть ворота, подстрелить собаку, да, усыпить ее и зайти. Они говорят, так мы же просто жить заходим к себе. Полиция приехала и в данном случае еще хорошо люди отделали, что их в пол положили. В нашей ситуации мы побудили полицию к тому, чтобы людей задержали. За, на месте совершения преступления по статье 172 УК Украины про незаконное проникновение в жилье или иное владение лица. Ну, тобто, то фактично, есть... ця комерційна складова, яку закладають собі в додаток до зарплатні виконавці, от ця складова, по суті, є основною причиною, чому такі ситуації, в принципі, у нас трапляються в Україні. Це нормальний інтерес. Якщо не буде матеріального інтересу, взагалі ніхто не буде працювати. Проблема в тому, що, от правильно колега одразу висловив скепсис відносно перспективи взискання з держави. Безнаказаність породжує всі проблеми. Що у нас невозможно з держави взискати, ну, єдиничні случаї, коли можна з держави взискати солідну якусь компенсацію. Да? І цим всі користуються. Тобто, обращайтесь в государство, исполнитель всего лишь представитель, а если что, они потом регрессом с него взыщут. Дякую. Да? Дякую. И щодо все ж таки цієї проблеми, я звертаюсь сейчас до нас, зараз до наших глядачів. Якщо ви стикалися з такими проблемами, ви можете телефонувати до нас до студії. Телефон ви бачите на екрані. Тобто, пане Геннадій, як все ж таки з вашої точки зору у нас в Україні склалася така ситуація, що фактично виконавча служба, це, я так розумію, причетна до створення такої ситуації, а якимось чином повернути гроші, які в даному випадку Євген заплатив до держави, неможливо. Ну, тобто, логічно, якщо б це питання вирішити, тобто, якщо є проблема у майна, тобто, держава повертає Євгену гроші, проводить суди зі старим власником, як заманеться, і проблеми немає. Немає цих судів, немає нічого. Вирішила держава зі старим власником проблеми в судах, потім ставити цю квартиру на торги чи не ставити. Ну, але ця ситуація їм не було. А зараз ми бачимо, що ситуація не вирішена, а вони все ж таки пішли на це. Тобто, з вашої точки зору, яким чином от цю ситуацію можна змінити, щоб такого не було в принципі в нашій країні? Щоб такого не було в нашій країні, кожен людина має почати з себе. А люди, які приходять до влади, повинні бути не політикантами, не політиками, які думають о рейтингі на наступних виборах, а повинні бути державними діятелями, які думають о майбутніх поколіннях. Ну, це так філософськи, на самом деле, дійсно відповідає дійсності. Це щоб так не було. І ще, хтось із великих, я вже не пам'ятаю, може хтось колега мені напомнить, хтось із великих сказав, що чим ближче державство к своєму падінню, як державство, тим більше воно приймає законів. То есть клубок намного более запутанный. У нас столько уже есть старые законы, которые приняты при Советском Союзе. Есть новые одни законы, вторые. Все это противоречит друг другу. Там даже юристы ломают себе головы, и сами юристы даже попадаются на различные уловки. Я не хочу вам давать никакую консультацию юридическую, но
так как мы уже собрались в одной студии, позволю себе дать свое видение. Оно не обязательно будет 100% правильное, но свое видение решения этой ситуации, одно из видений решения этой ситуации. Есть государственный исполнитель, который в силу своей халатности или превышения своих полномочий не заметил заявления той гражданки, которая претендовала на 1/2 права собственности. Когда она подала документ в государственную структуру, ей поставили отметку в канцелярии, ее уже дальше не волнует. Канцелярия передала вовремя документ, не передала. У нее есть зафиксированный факт обращения. Тут нужно ставить вопрос, я считаю, об уголовном наказании самого государственного исполнителя или других должностных лиц, которые работали в канцелярии или являлись таким мостом сообщения между канцелярией и государственным исполнителем. И в рамках уголовного уже дела предъявлять определенные претензии. Вам в будущем, имея приговор суда в отношении определенных должностных лиц, намного легче будет взыскать сумму задолженности, которую вам должны. И я вам все-таки предлагаю действительно пойти по этому пути, но так как у вас уже есть адвокат, это, ну, предложение на уровне просто консультации. Угу. Ну, тобто, все ж таки, от, пане Сергію, як ви вважаєте, тобто, в таких випадках, якщо ми зараз дивимося чисто практично на цю ситуацію, щоб громадяни України не втрапляли в таку халепу, що ви порекомендували? Чи взагалі не зв'язуватися з проблемним цим майном, тому що держава тут просто не буде якимось чином реагувати на захист інтересів саме вигодонабувача, який буде останнім в цьому? Чи просто все ж таки користуватися цими послугами СТАМ, але з якимись там варіантами? От з варіантами дуже правильний кінець питання. Чому? Хотів би розвіяти для початку, в початку відповіді на ваш питання, міф, який представник СТАМ озвучив, що у нас 90% зділок нормальні, все нормально. Він тільки одне забув сказати. Ці 90% зділок – це між собойчики, так називаємо. Це коли люди самі викупають своє ж імущество. Закон запрещає тільки должнику викупати імущество. А мамі должника не запрещає. І папі, і брату, і сестрі. Понимаете, да? Тобто люди дожидаються. І ми думаємо, а чому ці дисконти такі? Неужели? І ти думаєш, а от кто же, почему люди раньше не купили, почему дошло до такой низкой стоимости, и кто-то счастливчик потом купил, а я вот вынужден за 80% от реальной стоимости покупать. Да потому что люди не хотели связываться, понимали, что там есть собственник реальный за этим объектом, и человек как бы кредит банку не отдал, и квартиру выкупил свою на маму там за 20%. Полностью поддерживает своего коллегу. Ну, за 20%. Это большинство таких ситуаций. Это реально 90% все, когда... Это между собойчики, так называемые. Так, то есть какие-то... А это можно сделать... не залучаючи сторону виконавця до цієї, тобто яку корупційну складова там є, чи просто її там немає? Ні, можна не привлекати. Іноді на удачу люди йдуть, іноді на практиці договорюються. Всяке буває. Тобто ситуація різні, я не хочу говорити, ну там, обобщати як-то. Колега, я з вами почти во всьому согласен, хоча, як говориться, два юриста, три мнения. Но от здесь немножко хочу вас поправити. Так уж устроена эта система. Если человек хочет свое же имущество на подставных людей выкупить за копейки, чтобы сохранить этот объект недвижимости за собой, ну там сделал хороший ремонт, дорогой, а этот ремонт уже никак исполнительными практически оценщиком не оценен перед торгами. Вся структура этих торгов и подготовки государственным исполнителям объекта к торгам устроена ровно так, чтобы человек, не войдя в сговор с государственным исполнителем, он не сможет его фактически купить, это имущество. Угу. И когда мне коллега говорит, некоторые люди делают это наугад. Ну, такой, знаете, очень большой угад. Ну, нужно постараться. Смотрите, ну, в большинстве случаев я согласен. Ну, вот мой товарищ выкупил свою квартиру в Донецке, просто потому, что она не нужна никому. Ну, понимаете, квартира в Донецке сейчас, ну... И мы принимаем телефонный звонок у студии от нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Здравствуйте, это Наталья Киев. Я хотела спросить, а можно ли продавца этого жилья и дочь эту женщину
месяц покупателей свести в одном суде, чтобы они разобрались, или, может быть, сговор между там, мужем и женой, таким образом кидалово этого покупателя состоялось, либо же какая-то мировая, чтобы кто-то их как-то примирил между собой. Или же, например, въехать женщине в эту квартиру и покупателю в эту квартиру, уже между собой разобраться, там, как им жить дальше в этой квартире. Дякую, зрозуміло. Як ви прокоментуєте, пане Сергію, з цього приводу? Яким чином, в принципі, держава може посприяти якось вирішенню цьому питанні, якщо просто підштовхнути сторони до якоїсь там угоди, я так розумію, чи як? Ну, нет, к сожалению, таких полномочий, чтобы подталкивать. Суды как бы нормально всегда относятся к мировому соглашению. Для них это минус одно дело, да, по которому спор нужно решать. А вот подталкивать механизмов нет. То есть принудительно заставить, я так понял из вопроса, можно ли принудительно, условно говоря, насколько я понял вопрос, заставить сторон помириться. Ну, такого механизма нет. По аналогии там, с бракоразводными процессами, что там месяц дают на примирение. Чтобы помириться, они должны пожениться. И жить уже как одна семья. Тогда препятствий в пользовании имущества не будет. Но это черный юмор. Да. Ну, извините. Лучше, да, лучше просто государству не допускать такие ситуации. А вот отвечая на вопрос, как не допускать, там предыдущий был вопрос. И все-таки, да, законов много, но что-то делать надо. Не, рано или поздно тот жилищный кодекс нужно менять. И менять законодательство о принудительной реализации имущества. В украинских условиях при том количестве мораториев, которые сейчас есть, там, и связанных с детьми, со всеми остальными, просто нужно запретить государству в лице исполнительной службы выставлять обремененную каким-либо образом недвижимость, особенно жилую. Из нежилой выселить проще. Там это 109-я статья, запрещающая выселение без предоставления иного жилого помещения, не работает. Там просто подаешь иск, я новый собственник, и выселяешь. Да, время, да, затраты, но не так сложно все это. С жилой сложнее. Вот значит, по жилой хотя бы запретить, выставлять, пока, вот как вы правильно сказали, пока исполнитель не убедится, что квартира пустая, все по решению суда выселены, и она опечатана, вот все, чистая квартира, чтобы все, кто внесли, там же люди, когда участвуют в торгах, они же еще взнос первый делают, залоговую, страховую сумму. То есть, чтобы человек мог каждый прийти, который взнос сделал, денежку уже отдал, исполнитель ему показал, вот пустая квартира, вот посмотри на нее. Вот, ну, вот, тобто, такие условия, наверное, государство должно создать. Все-таки відповідальність, яка в нього була, щоб він відповідав за те, що він продає, щоб не виявилось так, що Яхенко купив квартири з людьми. Все будут идти на риск. Какую бы ответственность не устанавливайте. Побороть коррупцию можно, только убирая коррупционные риски. Невозможно побороть коррупцию на блокпостах. Нужно убрать блокпосты по возможности, понимаете? Ну, вот вопрос. И здесь то же самое. Невозможно эту коррупцию побороть, можно убрать коррупционные риски. То есть создать механизм, вообще запретить выставлять. Вот все. СИТАМ не будет принимать, пока не будет предоставлены документы о том, что квартира с выселенными людьми уже. То есть чтобы этой работой исполнитель занимался выселением. Закладывайте потом, не уменьшайте потом до предела. Так она и стоит же больше будет потом эта квартира. Если она уже чистая, она будет и стоить больше. А может, за нее дальше больше начнут давать, а не ждать дисконтов. Когда все будут понимать, каждый убедится, что она на замке, вот, заходи и живи, грубо говоря. Но, к сожалению, наш герой не в таких условиях покупал. Пане Геннадію, як ви вважаєте, якщо от ми подивимося на роботу СИТАМа та електронних торгів, от з вашої точки зору, а яким саме чином рейдери користуються от такими інструментами, СИТАМ, які пропонує держава. Тобто ми розуміємо, якщо там дуже така складна, в принципі, система і збору документів, і виставляння цих лотів на продажу, на продаж. Тобто, що ви порекомендували б людям, які схеми є щодо корупції і дійсно рейдерства через оцю систему СИТАМ? Я не розумію, чому іменно мені вопрос адресовано, а не моєму колегі. Вроде защищаем людей одинаково. По поводу... Ну, все ж таки, его черга дійде, так что по поводу... Думаю, может, вы что-то знаете. По поводу рейдерских захватов, ну, через эту систему покупки недвижимости, могу сказать. Как правило, рейдеры, люди, которые скупают подобное имущество, залоговое, уже арестованное с торгов, они покупают относительно чистое имущество. Потому что у
как, опять же, как правило, у государственных исполнителей с такими людьми, так называемыми рейдерами, есть договоренности, что они покупают, являются постоянными приобретателями, клиентами и покупают это имущество, но требуют от исполнителей максимально чистое имущество. Поэтому из опыта максимально чистое имущество, опять же в кавычках чистое имущество, максимально достается именно рейдерам, чтобы они смогли заработать, поскольку они постоянные клиенты. А все имущество, которое вот наподобие имущества Евгения, имеющее много хвостов и проблемное, достается обычным людям. Самые сладкие кусочки пирогов достаются, ну, обычные люди практически в них поучаствовать не смогут. Угу. Зрозуміло. І у нас є телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Алло. Так-так, вітаємо вас, ви в ефірі. У мене? Алло. Так-так, вітаємо, сформулюйте своє питання. У мене таке питання і до влади, і до вас. Мене звати Анатолій з Хмельницької області. Так, так. 31 рік тому назад ми з дружиною розійшлися, і вона відсудила 1/3 будівлі від частного дому. Рік пожили з нею, в нас родилася дитина, і вона ушла з цього дому, не була ні приписана, ні розписана зі мною. Вона відсудила 1/3 і 30 років не приходить. Ну що ж мені робити? І ні спати не хоче, нічого не хоче. Ну я хочу якось з нею, щоб її виселили, чи що, чи спати. Ну тобто ви хочете повернути собі цей будинок, я правильно вас розумію? Ви хочете повернути одну третину будинку у власність? Собі, бо тому що я не можу не штукатурити, нічого. Зрозуміло, так, питання. Пане Сергію, як ви вважаєте, що в цьому випадку робити? От... Не досить по нашій темі, не досить питання поставлено таке загальне, досить конкретне. Тут треба вивчати конкретну ситуацію. Я не хочу піти від питання. І загалом можна казати тут і про звернення до суду, про позбавлення незначної частки. Ну, одна третина тут спірно, незначна чи не незначна частки дружини, яка не користується, частки в мені з виплатою. Тобто існують механізми, треба людині зв'язуватися з адвокатом і працювати з конкретним адвокатом. Є механізми практичні, законодавчі, про якісь конкретні, окрім отак загального, який перший на думку спав, я б не казав зараз, не бачачи конкретних матеріалів. Дякую. І якщо ми повернемося до нашої теми, якщо ми бачимо, от, яким чином працює ця система, ми бачимо, до яких наслідків це призводить. От з вашої точки зору, а як користуються рейдери? Чи ви погоджуєтеся з паном Євгеном щодо саме такого формулювання, що саме рейдери напряму співпрацюють з представниками виконавчої служби, і таким чином вони все якісне майно, яке не має ніяких, мовно, там, проблем, вони його саме з цього приводу і купують? Погоджуюся, навіть більше скажу, схеми оновлюються постійно там, у рейдерів. Тут, от, якщо взяти из последних, да, неподтвержденная документальная история, но есть все предпосылки считать, что она действительно именно такое имела развитие событий. Значит, долг был искусственно создан. То есть должник и кредитор знают друг друга, но они как бы не отрицают, тоже ситуация займ, и проводятся торги, выкупается имущество, потом похожая история, вот как у Евгения, ну только ситуацию понимаем, да, они поделили долг, взыскали искусственно, то есть, ну куда же идут эти деньги, куда пошли, собственно, деньги Евгения? Пошли через исполнительную службу кредитору того должника, у которого бывшего собственника, господина Т. Тоже вполне нельзя исключать, что они знают друг друга и действуют в сговоре с исполнительной службой, которая, опять же, не видит каких-то моментов, все это
заранее разыгрывается. Это предположение, но оно вполне может иметь место в его ситуации. Да? То есть... Тобто є таке вирохідні, що колишній власник зі своїм кредитором, якому пішли гроші від продажу цієї квартири, просто по такій схемі заробляють. Вони ці гроші поділили там в оговорених розмірах. Жена все в курсі цієї ситуації. Ці спори всі іскусственні. Тобто, ну... Вот вполне нельзя исключать и такую ситуацию здесь. Угу. А вот с вашей точки зрения, что тут потрібно змінювати? Ще один закон, чи якісь, може, положення, чи от підвищувати покарання за скоєння таких злочинів саме виконавчою службою? Тобто, яким чином цю ситуацію спробувати змінити взагалі по Україні? Безусловно, это государство должно разрешить себя наказывать, как бы это ни звучало, может быть, утопично, но сделать так, чтобы можно было реально добиться взыскания денег, чтобы суды не меняли практику. Сегодня нужно привлекать казначейство ответчикам, завтра еще кого-то привлекать, потом в бюджете нет денег в этом году, а в следующем вы уже не взыщете. Это примерный набор отговорок государства в судах, когда люди пытаются взыскать ущерб государства в той или иной категории. Я уже сказал свое видение, как бы без этого, считаю, невозможно вот в нашей стране на сегодняшний день. Это наиболее быстрый, наиболее радикальный способ, это запретить продавать жилье, не очищенное от всех обременений, от всех проживающих. То есть вот только чистое можно выставлять на торгу. Да. Чи закон повинен да, быть, да, это на уровне закона урегулировать. Ну, в один, два, три закона это нужно разбираться. Ну, закон об исполнительной службе вносятся изменения, в положение, соответственно, зеркально вносятся изменения. В подзаконные акты, в порядок проведения публичных торгов, которым исполнители СИТАМ пользуются во исполнение этих законодательных изменений, и все. И тогда просто не сможет исполнитель. И плюс для других категорий дел, то есть невозможно ж, ну, все предусмотреть, но государство должно прекратить препятствовать взысканию денег. Понятно, что могут говорить, что государство так обанкротится, но какие варианты? Если у нас человек признается по Конституции наивысшей ценностью, да, а на практике получается, что вот человек, вот человек, который наивысшая ценность, и он потратил последние деньги, да, то есть собирала семья там деньги, вложили в эту квартиру, и теперь механизмов нет реальных. Реальных нет. То есть я понимаю, что рекомендация подумать о, там, посудиться с государством может показаться удивительной. Но не менее бесперспективным могут быть и эти все походы в суды. Вот, понимаете? Дякую, пане Геннадій. Як ви вважаєте, ви погоджуєтеся все ж таки, що потрібно змінити законодавство і щоб в законі не було лазівок для того, щоб маніпулювати і створювати такі проблеми громадянам України? Чи все ж таки є якийсь інший метод, як цю ситуацію взагалі в Україні вирішити, щоб таких ситуацій не було в принципі, щоб в нас громадяни України не отримували такі проблеми на рівному місці? Нет ни одной развитой страны в мире, ни одной. Я говорю именно о развитых странах, а о неразвитых и речи быть не может. В которых юристы или люди недобросовестные, как граждане, которые злоупотребляют своими правами, не нашли бы лазейки, дабы заработать на этом и обмануть кого-то, например, потенциальных собственников или потенциальных новых собственников-покупателей. Нельзя сказать, что есть вот такой-то рецепт, нужно принять закон, убрать все лазейки. Никогда в жизни вы все лазейки не уберете. Человеческий мозг не способен, и даже коллегиальное мышление самых лучших умов не способно продумать идеальную концепцию. Всегда найдутся люди еще более креативные, еще более изворотливые, которые где-то до запятую найдут не в том месте, где нужно. Так что нету рецепта, есть просто пожелание к людям на данном этапе развития нашей страны не связываться с такими в такие авантюры не вмешиваться. Державное предприятие СИТАМ, это авантюра, из которой просто не треба мати ничего спільного. Я не хочу обижать задумщиков этой системы, может быть, действительно она планировалась как идеальная система. Но зная наше государство и что рыба гниет с головы, когда люди создают, министр юстиции или кто-то лоббирует создание какой-то системы, как правило, он создает эту систему ровно так, чтобы эта система помогала ему на момент его полномочий в должности в кресле министра
зарабатывать ему деньги. И значит, она, скорее всего, уже была бракованная на старте. Поэтому я людям рекомендую на данном этапе не связываться с этой системой, дождаться лучших времен. Это первый момент. И второй момент. Обращаться не только к одному адвокату или юристу, консультироваться перед подобными сделками, а к разным юристам. И по поводу, кто, я не знаю, кто вас консультировал, я хочу соблюсти адвокатскую этику, дабы не критиковать тех людей, которые вам сказали, что имущество чистое. Просто, скорее всего, эта консультация, я так думаю, была устной и достаточно неглубокой. Потому что, да, потому что сейчас эфир когда уже узнается ситуация вся, и супруга, дуже, не супруга. Дуже мало. І от, пане Сергію, з вашої точки зору, що ви можете порадити нашим глядачам в таких ситуаціях, в принципі, чи варто зв'язуватися з системою СІТАМ та електронних торгів, яким держава є гарантом, чи не варто? Скажу примерами. У нас, когда люди приходят и заказывают такую услугу к нам, как комплексный правовой анализ сделки, во-первых, соглашаюсь с коллегой полностью, что действительно лучше всего не связываться, да, на этом этапе. И у нас ни разу не закончилось позитивно. Анализ именно, когда люди... Первый вопрос, который мы задаем, вы свое покупаете? Нет. И вот если не свое, то ни разу не закончилось позитивным заключением, потому что всегда находились, всегда находились проблемы. Поэтому рекомендацию поддерживаю коллегу не связываться. Все. Угу. Дякую. Як ви вважаєте, це зв'язано з тим, що у нас все ж таки соціалістичне законодавство з капіталістичним якось конфліктує? Тобто у нас є частина законів, які ще з радянських часів діє, які захищає громадян України, і є громадяни України саме соціально незахищених. А є ще і капіталістичне законодавство, яке інше. Знаєте, уже в эту статью 109 жилищного кодекса советского, еще УССРного, вносились изменения под банки специально, когда исключение сделали из вот этого правила общего и разрешили все-таки выселять без предоставления иного жилья в единственном случае, если это жилье приобретено за кредитные средства. То есть уже это законодательство адаптировано, то есть уже как бы наше государство условно-капиталистическое санкционировало подход общий, что нельзя выселять. Що не можна виселяти. І... Дякую. На жаль, час нашого ефіру вичерпано. Час нашої розмови добіг кінця. Цієї години зі мною у студії були адвокат Геннадій Борисович. Вітаю. Дякую вам. Дякую вам. Та Сергій Ковалюв. Дякую вам. За бесіду, я все ж таки думаю, що питання з судовими справами пана Євгена буде все ж таки вирішено, а з глядачами ми зустрінемось за коротку паузу. Дочекайтесь та залишайтесь з КРТ.